үшеуміз төрт қол алды. Португалияда Гран-приде үшінші орын алып қайтты, жақында қаңтар айында болған. Оның алдында 23 жылы Токиода 90 айында Гран-слемде чемпион болды. Соңғы Гран-слемнің чемпионы Токиодаға 23 жылға. Енді бұнда 2-6-2 күміс бір қоласы бар. Енді 20-24-те әлі бағындыра қоймады, бірақ 22 жылы жыл алған. Екі күміс. Өткен Гран-слем Парижде 23 жылы финалда жеңілді, және осы жалпы енді ауысты ұлтырып айтарлықта үлкен зор жетістіктері Хиого Отода жоқ. Сондықтан бұл тұрғыда қазір Тамерлан Башаев әлемдік рейтингте қарсыласынан жоғары тұр. 9-шы орында әлемдік. Год назад он приезжал к нам в Астану на турнир Казахстан Барысы Grand Slam, где одержал победу во всех схватках и завоевал золотую. Поопытнее своего соперника. Ну а по возрасту они примерно одного возраста. Японец ему 26 лет, Тамерлан Башаев ему 27. Очень спокойно проводит схватку, и первое предупреждение для японца — послужной список. А вот про Тамерлана Башаева можно сказать многое. Первое, конечно же, самое ценное в его копилке — это чемпионата мира. На турнирах Мастерс он занимал третье место в Гуанчжоу. 5 раз он становился чемпионом турниров Grand Slam. В Токио в 23-м, как я уже ранее был, в Астане на Казахстан Барысы, в Казани в 21-м, Анталия Grand Slam 2020. Тамерлан Башаев — это спортсмен мировом дзюдо. Два предупреждения у японца, и это своего рода звонок для него, что нужно включаться, нужно. Минута с лишним остается до окончания этой схватки. И вот очень хорошо заходил Хиого Ото, но, к сожалению, в последний захват. Понимает он, что на данный момент включаться будет Хиого Ото, поскольку у него есть два предупреждения. Последнего третьего дня Ташкент Grand Slam 2024 для казахстанской сборной. Очень спорно. Также в первый день этого турнира наш знаменитый борец Ильдос Сметов также проиграл своему молодому сопернику из Грузии Сардарашвили с оценкой Хацокумаки. Это удаление. Ильдо не стоит на месте. Очень много запрещенных приемов, которых нужно избегать и стараться не. Ребятам из сборной, наверное, нужно будет хорошенечко еще раз просмотреть все правила дзюдо. Ну и где чуть лучше положение, конечно же, у Тамерлана Башаева, поскольку он даже ни одно предупреждение еще не успел получить. А вот здесь вот пытался провести Тамой Наги, но, к сожалению, у него это опять-таки не получилось. Стягивание нет. На первый раз простили. Вовремя увернулся Хиого Ото. Открыл курсы туда. Да, Башаев. Нарлан Газарсель делался. Жилдеги жарк. Туриткина. Ой-ой-ой-ой-ой. Безденданцы на шешем Павлдаган. Зятку музыткина. Ота Хиога Газар. Вазари мен голден скорда. Жинске. Жетті деуге болатындай. Асалем бендіған әңгімен бастаған еткал. Дейтірған мен Хиоги Ота мне. Вазари мен голден скорда 2 минуттан енді асқан кезде әтіс жасап жеңіске жете алды. Осылайша 100 келден аса жоғары салмақ дәрежесінде де толыққанды жеңімпаздар мен үшінші орын жүлдегерлері белгілі болды. Хиоги Ота чемпион. Grand Slam-дегі бұл спортшының жалпы бірінші алтыны емес. Бұған дейін Токиода 22 жылы алтын алған деп айттық. Екатеринбургта 2018 жылы. Енді араға 2 жыл салып, әртесі
негізгі қарсыласын жеңгенмен, яғни Инал Тасоевты жеңгенмен финалда алтын алмады. Және ақтық сында міне мықты күресте Ота Хиогаға жол берді. Сол ақтық сындағы сәттер назарымызда. Осымен бүгінгі трансляциямыз өз соңына келіп жетті. Қадірменді көрермен, қош сау болыңыздар. Ильдар Абдулов, Елман Әмірғазы, комментаторлар, амандық саулықта жүздескенше.